Давай, 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 паратачку, бро. Бро. Коричневый стервятник. Показать вам? Вот он, нахуй. Коричневый стервятник. Что? Снежок. Снежок. 50 рублей. Мне кажется, в КСК подкрутка получше, чем тут. Добро пожаловать на Радмир, со мной сегодня Егорчик Ураган. Здорово, здорово. Ну что, ребята, сегодня мы покрутим вот это вот счастливое колесо фортуны, которое у нас, в принципе, крутится за донат, и попробуем сегодня что-нибудь классное выбить. Напомню, ребят, что у меня есть свой реферальный код FGK, который вы можете ввести на Радмире. Когда вы поиграете 10 часов, вы получите 75 тысяч на какие-то приколы, что хотите, может, там тачку, что-то еще купить. Также можете ввести PL57P и получить какие-то стартовые приколясы. Ну что ж, давайте тогда сейчас начнем крутить наше колесо удачи, потому что у нас есть 1000 рублей сегодня в кармане. Я надеюсь, сегодня нам прокнет какая-нибудь пиздатейшая тачка. Ну-ка, а у меня 5 бесплатных прокруток. Давай я сначала бесплатной прокручу. Интересно, а с бесплатной вообще тачка может выпасть? Думаю, да. Мне же попадало. Говно, правда. А, ну, с бесплатной тогда у тебя выпало? Да, да. Готика мне выпало. О, тачка. Опа, ебать. Че, дропнул? Тебе или чего? Я ему. И... Мистик. Бля, чтобы вы понимали, у меня колесо просто как бешеное крутится. О, бронежилет. Найс. Я у надевать не буду есть, его. Интересно, ну. У тебя есть ураган бесплатно? Не-а. Так подожди, оно же бесплатно всем дается. Ну типа... Да ебать, что? Ему дважды тачка прокает. Блять, о, у меня 3 бесплатных. Бля, да. У меня колесо просто как люто крутится, оно не останавливается, у меня типа забагалось. Поэтому говорить еще выпадает. Хорошо. Машина. Да ебать! Он ебанутый. Ну-ка, что ему это прокнет? Вы что, ебанутые? Ему тачка опять выпала? Он ебло? Дай мне, ну-ка. Нет, всем выпадает, кроме нас, ебать, что? Может, у нас баг? Я не... Нет, ну, типа, тачки реально падают. Подожди, а может, мне сейчас что-то... Мне тачка не выпадет. Нет, смотри. Я кручу, у меня тачка не падает. Но зато прокрутка яиц нормальная, блядь, бесплатная. А ну... Скажи, что выпадет. Давай, давай, давай. Блядь, если тачка упадет, я сейчас охуею. Серьезно. Не, не тачка. Чё? Не тачка. А чё? Да, рандомно. Вопросами. А чё у меня выпало? А, фонарь, блядь, ну да, нахуй. Сейчас под градом у тебя фонарик будет. Ну-ка, тачка. Ой, машина. Маш, кар, не, кар, да, кар пролетел. Опять, а, не перекрут. И это у нас случайная награда. Вы получили одну бесплатную прокрутку, охуенно. Чё там? Давай, ну крутит, пока крутится. Тачка уже проехала, тачки не будет. Доллар. Деньги. Блять. Сколько? А, 118к. Блять, заебись. Ёбаный, нормально. Да, на дешманский контейнер можно потратить. Да. Тачка просто доедет? Не доедет, бля. Доллар. Сколько? 27. 99. Чё, охуели? Вы что так много выбиваете? Я не знаю. Бля, ну если сейчас ему тачка упадет, я охуею. Не, если ему тачка... А, ну все, значит, не багает. Прокрутка. Так, бесплатная прокрутка закончена, и теперь пойдут у нас за деньги, за дону. Она, кстати, так как-то медленно разогналась, потом поехала. Ну-ка. Бля, пожалуйста, доедь. Бля, не доедет. Нет. Ай, какая-то шмотка боссана. Я не знаю, на самом деле тачка это не имба, потому что там как-то говно падает. Ну, блядь, может там напишу золотые гал ретро хекс. Что это, блядь, аксессуар? Ретро хекс. Ретро секс. У меня 29 из 25 кг, чтоб ты понимал. Ой, накрыло. Что, опять прокрутка? Да вы рофлите. Да. Мне с 250 рублей прокрутка выпала. Ну, бля, ну тачка, блядь, рубль. Нет, коробка. Чё тут? Удочка! У-ху! У меня 6 удочек, блядь. На, нахуй, возьмите. Давай, пожалуйста, круто. Не, нормально что-то. Ну не, ну, бля, да, шмотка вообще такая лишняя, на самом деле. Бля, да опять шмотка, ну вы ёбнутые. Зачем мне? Как я уже потратил по рублям. Кстати, рубли никому не падали. О, уже 788 остается, понял? Что-то быстро улетает как-то. Сколько? Сколько? 84. Бля, упадет реально дохуя как-нибудь? Прикинь, там, знаешь, 10 лямов выпадет, даже вообще пиздец. Оно вообще падает, я не знаю, кому-нибудь хоть падало? Думаю, нет. Да бля, вы заебали, и что сейчас это будет? Что? Аптечка. Ну, нормально. Обалдеть. Бля, это вообще пиздец, за 50 рублей аптечку купить. Бля, это вообще реально такой. Бля, кстати, сейчас же киберфак разыграют. Когда сейчас? О, ух ты ж, блядь, нихуя меня накрыло. Да. По полной программе там. Не забывай, Егорчик, что алкоголь долго выветривается в Нарадмире.
Да похуй, я бутылку водки целую въебал. Пиво у меня спиздили, я бы еще пиво ебал. Блядь, я за 50 рублей покупаю какую-то футболку и вонючую нахуй. Специально не смотрю на прокрутку. А сейчас шмотки будут. Ну-ка. Блядь, проехала тачка. Рубл! Бля! Че, сколько? Фонарь, блядь! Бля, ну ты реально такой думаешь, 50 рублей за фонарь обоссанный. Вот что я им буду? Кого светить я там буду? Слышишь, Роган, посмотри на меня, ебать, рама такая стоит, бля. Шмотка. Опа! Легко! Прямоугольный браслет, блядь. Че не квадратный? Бля, знаешь, сейчас можно будет просто все казино шмотками забить. Ты убегаешь, чтобы выкинуть что-то? Да, чтобы потом не подобрать. Понимаю. Что? Снежок! Снежок! Ку-ку, блядь, снежок! 50 рублей. Бля, мне кажется, в КС-ке подкрутка получше, чем тут. В КС реально больше купить. Вот самая боссная, блядь, рулетка в КС-ке, блядь. Не, футболку, блядь. Не, ну смотри, ты 50 рублей платишь, получаешь скин, то есть шмотку. Ну, получается, что так. В КС-ке 175 платишь. Ну так я продать могу эту шмотку, а тут нет. А, ну. Ну, хотя тоже, блядь, извини меня, блядь. Удаеть, нет. Нихуя пошел. Фонарь! Ебаный, у меня 388, ебаный фонарь, это что за ужас? Я хочу реально, чтобы прокнул, я был тем самым уродом ебаным, которому прокнет Сиан. 17 тысяч. Балдеж. 17 блядских тысяч, охуенно. А ну, тебе что упадет? Сейчас на тачку хуйню, ты охуел. Рублс. Рублс? Блять, это реально какой-то аналог. Да. Ну давай. Джонни. Бля, если ему упадет тачка, я сейчас горю. Ну-ка. Бля, это звук, знаешь, такой у них вот этот дык-дык-дык-дык-дык прокрутка колеса. Я уже опа. Слышу, как он спамит эту кнопку. А ну, давай. Пора тачку, бро. Ой, бро. Ну, блядь! Коричневый стервятник, блядь! Коричневый стервятник! Показать вам? Вот он, нахуй, коричневый стервятник. Вот он, блядь, ебан. Ой, это как в Амангасе вот это. Клюв. Бля! А сколько? 11! Тысяч? Да! Не густо. Че, думаешь, если лям, я так спокойно об этом говорил бы? Не, ну может 11 долларов просто. Ебать, смотри, кунг-фу нахуй пошел. Ебать, он там колесо хуярено. Колесо не нравится, навъебал. Ну, сука. Бля, вот мне колесо реально не нравится, я бы его вот поебашил немного. Еще хуже, чем контейнеры, блядь. Бля, снежок, тихо. Снежок. Удочка, блядь. По-братски заберите вот это, блядь. На что улетает косарь? Косарь рублей, блядь. А теперь вспомню, что ты выбил в фифе на 7 тысяч. Бля, реально. Тут за 50 рублей аптечку. О, 100 тысяч, поехали. Опять мусор, блядь, подобрал. Поебать. Вот просто так обидно, вот это улетает. Косарь вот так чисто крутится, блядь. И меня также сервер крутит нахую, блядь. И так, давай нахуй, что мне выпадет? Браслет с шипами. А шмотки босяцкие бывают? Да, блядь, нет. Мне кажется, вряд ли. Хуета, вот мне реально, кажется. Им что-то сюда надо эксклюзивное добавить. Да. Ну да. То можно, ну типа, реально, то, что можно выбить только в колесе. Например, прокрутку колеса, блядь. Как тебе такое? Эксклюзивно, да. Эксклюзивненько. У меня 3 бесплатные прокрутки уже, чтобы ты понимал. Бля, это реально, это ужас. Это самая худшая, наверное, трата. Ну, тачка, блядь, мне уже не проедет. Дала. 11. Дала, бич. 18, блядь. Недостаточно средств! У меня деньги кончились. Бля, все, бесплатные прокрутки пошли. 3 бесплатные прокрутки. Косарь улетел. Что я получил? Нихуя. Аптечку и 5 удочек. И то я почти все выбрашиваю, блядь. Пару браслетов еще там. Жареная индейка. Блядь. Это шмотка, жареная индейка. Вроде маска это. Я сейчас тоже чуть-чуть охуел. Вот, блядь, нахуй. Вот, блядь. Это я, ребята, нахуй. Это имба. Опа, рубль, блядь. Удочка. Бронежилет, ну это хорошо. Не, это балдеж. Но не на 50 рублей точно. Ну да. И давай. Раскруточка. Пожалуйста, что-то. Ах, о, тачка. Блядь! Ну давай, тебе. Еще последняя ластовая попыточка, ну там реально что-то должно ёбнуть жестко. Спорим, одежда.
Егорчик, блядь, ты лучше, нахуй. Спасибо тебе огромное за мотивацию нереальную, серьезно. Что бы я без тебя делал? Коуч просто. Опа, еще попытка. Рубл, рубл, рубл. 11. 93, зато за 50 рублей прокрутил. У меня две прокрутки есть теперь. Еху! Yes. Yes. Минус 1000, блядь. Блять, иди на. Заебет. Видишь, когда я одежду сказал, прилетел рубл. Смотри, сейчас серый лес. Интересно, что такое серый лес? Хотите посмотреть? Одежда, одежда. Штаны, давай. Штанишки серый лес. А, ебать. Где они, блядь? А, это маска. Серый лес. А это что? Серый Элвис. Серьезно? Да. Вот, серый Элвис. А, ну вы из-под маски не видите сейчас. Бля, у меня места нет. На удочку, блядь, ебану. Какой-то защищенный кейс, блядь. Среди бомжара какой-то. Защищенный кейс, что-то, блядь, дорогое. Блядь. Что это? Она спиздила? Да. Да похуй, не знаю. Ах, она тварь. Какая-то хуйня, блядь. Тебе вот это. А прикинь, в защищенном кейсе ключи от Сиана. Да. О, смотри, как тебе серый Элвис? Это... Очки типа? Да. Ёбаный. Не, ну в принципе, такая адекватная трата денег. Вот, вот вам и туториал, ребят, как проебать ебаный косарь и нихуя не получить. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большой палец вверх под ним видосом. Напомню, что тег у меня FGK, если хотите, залетайте. 75 тысяч получите, когда отыграете 10 часов. И PL 57P для стартовых приколесов. Со мной сегодня был Ураган Егорчик. Всем удачи, всем пока.